Привет! Если ты не жадина-говядина, успей поставить лайк под этим видео за 3 секунды! 1, 2, 3! Время вышло! Картун едет на авто, нету правда, ну и что? Поздно он затормозил и на красный проскочил. Полицейский отдыхал, но как это увидал, он включил свои мигалки и за Картуном погнал. А Картун несется на ламбе все дальше, спрятался от Хаги он в кустах. Но Хаги все знает, и ночи дождавшись, пошел он арестовывать кота. Но когда раздвинул ветки, испугался он, как детка из кустов. На него дышит монстр страшный, ждет глупышек. Ламба пасть раскрыл, но Хаги так подпрыгнул, что на дерево он без труда запрыгнул. Видит Картун Кэт, сидит с ним тоже рядом. Ламба жив внизу, испепеляет взгляд. Из багажника топор ламба быстренько взяла, постучала по стволу и свалила дерево. Картун в ветках там застрял, ну а Хаги ствол прижал. Ну а ламбе хорошо, рот раскрыл и всех сожрал. Маленькие Картун Кэт и Хаги вместе в детской комнате резвились и полезли на большую горку, чтоб затроллить одну вредную и очень злую там луну. Они по приколу бутылочку колы очень-очень сильно растрясли и на веревке ее вниз спустили, и луну затроллили они. Когда луна нагнулся над такой бутылкой, фонтан в лицо ударил, стер его ухмылку. Ногами он затопал, жутко разозлился, на горку побежал, но тупо оступился. Ведь Картун на ступеньках натянул веревку, а Хаги выдумал крутую установку. Кто потянет за веревку, значит тот под обстрел, перьями куриными попасть успел. Картун с Хаги скрылись в детском лабиринте, на батуте прыгают, потом на спринте. Побегут к луне, ведь тупо задремала она, тащит они краску, ей теперь хана. Солнце и луна тут челлендж замутили, кто же до конца еду всю съесть осилит. Солнце будет красную еду получать, а луна все черная и решил сожрать. У солнца под крышкой желейный мишка, а луне достался баклажан. Солнцу малина, луне же маслина, солнцу тортик, а луне кальмар. Вот Картун Кэт им тащит две коробки классных, луне досталось слива, солнцу перец красный. Как только солнце перчик этот откусило, луне в лицо дыхнуло и огнем свалило. Луна взяла половник и бежит за солнцем, а Картун Кэт кричит, что челлендж не окончен. Принес кастрюлю соуса луне он на сто, а солнце ест клубнику, вот такой прикол. Взяла луна кастрюлю соус, тот хлебает, но не может съесть его, он так воняет. Время вышло, победило солнце в этой игре, а луна обиделась, сидит в угле. Однажды утром Хаги-Ваги встал, к зеркалу пошел и закричал. Ищет по карманам, в шкафу и за диваном, зубы свои ночью он потерял. И зовет на помощь он друзей, Килли прибежал, принес вестей. Шел он мимо стройки, там супергерой Картуну поднимала кирпичей. Чтоб зубы найти, ее надо звать, но она уже здесь начала изучать. Видит, что лапы у Хаги в земле, значит, ночью был он во дворе.
Вышли все во двор, там полный бардак. На огромном дереве намотан шланг, а из него льется вода. Прям на зубы Хаги его дела. Только захотел он их поднять, как какой-то кот начал их гонять. За котом погнались и схватить пытались, но загнал кот зубы под кровать. Киси ее быстро подняла, зубы она Хаги отдала. Их себе одел он и пошел поел, он на Киси попрощалась и ушла. Киси с Хаги сели на лайнеры, в круиз поехали тайно, бороздят моря, океаны. На пути у них ураганы, волны высотой в 20 метров, и бушуют южные ветры. Развалился их пароходик, но нашли спасательный плотик. И на плоту они вместе 5 дней гребли. Видят, что вдалеке остров мелькнул во мгле. Они туда направились, быстренько управились, вышли прямо на песок и вокруг уставились. Здесь и пальмы растут, и кокос, и банан. Набивают они фруктами свой карман. Только видят в кустах злые морды на них, смотрят быстро, окружая их двоих. Это племя жутких туземцев, захватили двух иноземцев, притащили прямо к шаману, клетку кинули под охрану. Разожгли костер и танцуют, а шаман в восторге ликует. На обед у них вместо фрукта будет парочка двух придурков. Киси с Хаги сообразили, песок руками разрыли, скрылись они в темном тоннеле, пока все там песенки пели. Много очень кушал и стал толстый Хаги, в дверь не проходил он и застрял бедняга. Позвал на помощь Киси, что толкнула она, только Киси тоже очень уж полна. Она ухватила Хаги за руки, но не может он никак пролезть. И Киси решила, что вытолкать Хаги нужно ей самой в окошко влезть. Но только целиком она в окно не влезла, конечно же застряла, ну зачем полезла. Увидел это картун и позвал сирену, они обхохотались от такой вот сцены. Поехал кукушка и попал он сразу в психушку. Там его в палату загнали, дверь закрыли и убежали. А в палате с ним лежит Вани, у нее кукуха на грани. То охранник, то на кролик свел ее с ума аниматроник. Вот наступила ночь, но Вани спать не в мочь, и с фонарем она дверь охранять пошла. Хаги с ней ругается, только собирается встать и уложить ее, как она меняется. Нацепила костюм зайца мигом, она лапы выбила дверь, побежала туда. Ну и Хаги решил вместе с нею сбежать, но солдаты не хотят их отпускать. И в психушку вход завалили, окна тоже заколотили. Вани с Хаги внутри остались, выбить дверь они попытались. Не выходит им на подмогу, вдруг пришла одна недотрога. Принесла лопаты им в руки, чтоб проход разрыли.
такси радостно с утра, ведь она приобрела супербыструю машину, села по газам, дала, разогналась во всю мощь, только вдруг оторвалось колесо и покатилось, и машина развалилась. Она вызывает солдат на подмогу, будут они тачку ей чинить. Один под капотом, другой на дороге, будет колесо ее ловить. Распилили они крышу, рулили, пали повыше, и багажник оторвали, а потом без сил упали. И сиже пока они чинили тачку, розовый пузырь надуло из жвачки, лежа на траве свой телефон играла, что произошло, она совсем не знала. К тачке подошла, от кошмара замерла, думала кабриолет, только там велосипед. Рядом нету никого, она села на него, но под ней он развалился, ей обидно от того. Хаги повстречал Cartoon Dog'а, цапнул он его прям за ногу. Та распухла, Хаги взбесился, Cartoon Dog'а тоже вцепился. Рядом шел сиреноголовый, разогнать хотел сурово. Только Хаги цапнул сирену, прокусил ему он колено. Стал Хаги будто пес, блохню себе принес, и на помойке он ест тухленький батон. Но сейчас он щурится, ведь идет по улице Кисси-Мисси, ест хот-дог, побежал к ней как бульдог. Он ее укусить захотел просто так, но не знал, что она дрессирует собак. Руку вверх подняла, Хаги сразу присел, лапу дал ей и кусать не захотел. Утром он теперь на прогулку с ней выходит по переулку. Палки ей он быстро приносит, косточку погрызть очень просит. У ворот он дом охраняет, ночью Cartoon Cat гоняет. Дома он бежит сразу в ванну, а потом лежит на диване. Он команды все выполняет, Кисси смотрит и вдруг решает: выставке участвовать будут и медаль себе раздобудут. Cartoon Cat однажды днем ехал в тачке за рулем, захотел перекусить, пиццерию заскочить. К ней подъехал и вошел, и как будто на танцпол он нечаянно попал. Там крутой диджей играл, за кассой там Вани, в нее Cartoon тайно давно уже немножечко влюблен. Направился к ней он и будто случайно оставил на салфетке телефон. Она на него взглянула, свою руку протянула, но вдруг двери распахнулись, Cartoon с Ваней обернулись. Солнце и луна там нагло к ним ворвались, выключили свет, с диджеем поквитались. Вани подошли, хотят ее с собою быстренько забрать, себе любой ценой. Только Cartoon не дает, он с собой ее зовет.